Привет, и снова мы. Я руководитель студии «Зазеркалье» и моя ученица Жилька. Сегодня у нас четвертая неделя. Со шпагатом, конечно, у нас пока не очень, но мы движемся к нашей цели. И поэтому те, кто не смотрел наши предыдущие выпуски, должны сначала начать с первого выпуска, а потом на четвертой неделе смотреть только этот выпуск. Ну, как у нас ножки после матовских заданий, наверное, ножки побаливают, но и эффект пошел уже на разрыв все равно больше. Поэтому сегодня у нас поинтенсивнее будет занятие, что мы долго лежать в каких-то позах мы не будем. Итак, начинаем на четвереньки. Первое движение на четвереньках, ногу в сторону, и мы стой, хорошо, вот как тебе удобно, мы поднимаем ее вверх в поперечный, в разрыв поперечного шпагата. Итак, делаем 10 раз. Раз, два, три, четыре. Не старайся вперед, старайся ровно в сторону. Пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, меняем ножку, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. В исходное положение, а теперь вперед ее как можно сильнее толкнуть. Сейчас очень напряжены мышцы, я представляю, они в болевом шоке, но выдержит. 10, вперед, стараемся к уху, за ухо, и раз, выше, два, три, четыре, удерживаю, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, вторая нога. И раз, два, не старайся ее вставить на пол, три, должна в воздухе ее держать, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. В исходное положение на четвереньки и разъезжаемся в наш шпагат. Разъехались и сидим. Один, два, три, придавливаем, четыре, пять, шесть, семь, восемь, покачиваемся, девять, 10, раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 20. Тихонечко возвращаемся в другую сторону. И до упора покачалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разъехалась, не собирайся. Вот она. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поднимаемся тихонечко. Ноги на ширине плеч и даже не шире ставим. Ручки, как в школе. И локти положить на пол. Положить. И стоим. Вот тут стоим минуту. Положили. Не вперед, а возле своих ног. Thank you.
один стоим. Не падай вперед, вниз, таз вниз. Ты не на голову должна упасть, а должна нога не съезжаться. Они собирают. Видишь, они у тебя сами разъезжаются, а ты сопротивляешься. Каждый раз их собираешь им обратно. Они уже сами готовы сесть, а ты отказываешься. Да, превозмогая боль. И я думаю. Собираем ножку. А теперь ручки, понимаете, ручки стоят на полу. И потихонечку, медленно разъезжаемся на шпагат. Да, покачаться, собраться. Собрались еще раз. Качаемся, собрались, еще раз, еще раз. Прикачивай себя ниже, ниже. Собрались. Еще. 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 Еще два раза. И со вторым разом здесь, в этой позе, и сидим. Сколько? Минутку. Разъезжаемся. Ниже. Ты можешь ниже, я видела. Посиди, вот представь, что ты замерла, и все, и вот куда? Ща. Коврик просто. Это отговорка, что это просто коврик, а это ты сильно, моя дорогая, ты можешь ниже. Надо дойти до точки боли и сидеть на точке боли. Вот потерпи, вот минутку, ну, не поднимайся. Видишь, собрать собрала? Я не собирала. Тебе кажется, не спорь. Вот сейчас ты ниже. Вот сейчас ты забрала. Ложимся на спину. Солнышко. Солнышко. Ложимся на спину. Или на живот, как тебе удобно. Солнышко. Раскрывают ноги вперед. Садишься. Ну ты будешь куда сейчас? В стенку ехать? Разворачивайся сюда. Я забыла. Ложись на живот, а не лицом. Раскрываешь ноги в сторону и вперед. Вспомнил? Да. Ну вот так. Разъезжай. И легла. И в обратную сторону.
Должны быть лежать прямые, а ты 10 раз уже согнула. Хорошо. Почти хорошо. Да.
Держим, держим, держим. Ну вот видишь, не выдерживаешь минуту. Минуту стоит? Угу. Опустили. Развернулись. 10 махов этой ногой. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поймать ножку. Садимся в поперечный шпагат и отжимаемся. Садимся больше, растягиваемся насколько можешь. И вот теперь еще опускаем. Нет, не на локти, а ты отжимаешься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не поднимайся. 9, 10. Перекаты. Ручки впереди. Ниже. Ниже, чтобы линия была. Сильно нога ушла. На эту ножку больше впереди. Вот, вот, давление. Ручки вперед. Ниже садись. Угу. Держи сложно. Ага. Сколько раз? 5 делай. 6 ниже. 7. Вот такая должна быть. 8 ниже. Вот. Не руками. 9, 10. Поднимаемся. Паучок. Ставим широко по второй позиции. Колени в сторону. И локтями разворачиваем свои колени как можно шире в сторону. И сидим минутка. Попу как можно ниже просаживаем. Колени должны быть в сторону по прямой, а попа просаживается. Сколько еще упражнений? Спинку. Держим прямо, стараемся, чтобы попа просаживалась. Вот. Не поднимайся, не прекращай движение. Замерите все, вот умри надо делай. Дыши, дыши, не зажимайся. Спина должна быть ровная, корпус ровный. Ты вот должна ягодицы свои вниз опускать. Закончили. Ложимся в букву П. На живот. Ногами сзади делаем букву П. Стараемся таз уложить. Живот ложи шире. Расслабься, расслабляйся, разъезжайся. И теперь вот в этом положении стараемся
вытянуть правую ногу вперед, вот, обратно вернулись, опять. Мы делаем 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Другой ногой. И раз. Не поднимай таз вверх. Два. По полу разводи. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять. А теперь попытаемся две ноги раскрыть. Чем ниже ты сядешь, тем удобнее будет разъедься. И качнись, качнись вниз. И два. Садимся в поперечный шпагат и разворачиваемся то к правой ноге чуть-чуть полежать, то к левой. Поперечный, насколько он позволяет. Нет, висишь. Раз не сидишь, значит висишь. И вот теперь мы к правой ноге стараемся повернуться. Вот, поедем сейчас ноги сразу. Разъехалась. И доворачиваешь корпус к правой ноге. Нет, не зависла. Попробую еще раз. Вот. Сколько минут вернулась? Нет, нет, мы просто наполнили сюда и туда. К левой ноге. Вот ты сама себя тянешь. Еще раз к правой давай. Вот нет смысла вставать. Угу. И к левой. Коленку не надо разворачивать. И теперь последнее упражнение – лягушка. Живот положить на ноги. Вот. Ножки соединить надо. Нет. Нет, ножки соединить. И ты будешь сейчас их выпрямлять, опять так же сгибать, выпрямлять. Только старайся, чтобы у тебя все лежало. По полу шло, да. Ножки вот присоединила и по полу вернула прямо. Угу. Два. Угу. Прямо по полу, по полу. Прямо. Три. Прямо. Ты прямо и вытягивать их должна. Не раскрывать только. Четыре. Пять, шесть,
Вот полежи, постарайся не поднимать ноги. Вот как есть, ни разу их не собрать. Вы должны засечь таймер и пролежать 5 минут. Мы с Анжеликой пока не будем. Главное все делать. Открыли ножки и удерживаем. Больно, но держим. Каждый раз собрав, вы расслабляете мышцы, и потом все заново начинаете. Поэтому все надо делать регулярно и как положено. И тогда вы достигнете хороших результатов. На этом все. Пока.